Здравствуйте. С вами сегодня я, Нина Матвеева. Поговорим на серьезную тему. Тема о том, как человек, попадая в ту или иную ситуацию, чувствует себя. Очень часто мы становимся заложниками тех отношений, которые сложились в нашей жизни. И тогда важным становится, кто рядом с тобой. Как говорится, скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. Поэтому человек, чувствуя себя так в подвешенном каком-то состоянии, особенно сейчас, когда такая сложная ситуация, иногда не понимает, что делать, когда ты не зависишь от себя абсолютно, когда ты зависишь от обстоятельств, в которые ты попал, и чувствуешь себя какой-то игрушкой, которую дергают за ниточки. И ты не знаешь, какую ты должен играть роль. И получается, на сегодняшний день очень часто люди себя попали в эту сложную ситуацию, сидят по домам и не знают, как себя вести. Но, наверное, нужно не отчаиваться. Есть такой прием. Когда ты попал в ситуацию сложную, нужно представить себя зрителем, не участником событий, в которой ты находишься, а зрителем. Как будто все те события, которые происходят, они происходят на арене цирка, а ты сидишь в зрительном зале и за этим наблюдаешь. И тогда становится очень смешно, иногда грустно, иногда плачевно. Потому что в цирке, да, там всегда смешно. Но, а если, например, это сцена, и ты сидишь в зрительном зале театра, это может быть и комедия, и трагикомедия. Но, тем не менее, ты можешь тогда взглянуть на всю эту ситуацию со стороны, оценить ее очень хорошо и принять то или иное решение. Вот такое вот бывает решение проблемы иногда очень простое. Просто нужно смотреть, что жизнь, она течет сама по себе. И очень часто не зависит от нас. Вот что бы мы сейчас хотели сделать, а мы ничего не можем сделать. Нам диктуют условия правительства. И каждый смотрит на эту ситуацию. Если смотреть изнутри, то очень сложно. Если смотреть снаружи на эту ситуацию, то где-то теплится надежда, что все это там пройдет, потому что любое представление, будь оно театральное или цирковое, оно когда-то заканчивается. Закроются шторы, уйдут актеры, и все встанет на свои места. Жизнь будет продолжаться дальше. Только вот какая она будет? Может быть, для кого-то очень изменится, а для кого-то потечет в своем же русле. Но все равно нужно за жизнь как-то цепляться, идти дальше. И очень часто важно, кто с тобой находится рядом. Если верные друзья, надежные родственники, то жизнь, она как-то полегче. А если с тобой ненадежные люди, то возникнут сложности. Но их можно оставить в стороне, распрощаться с ними и идти подальше, жить дальше со своими мыслями, со своими установками. Потому что ты же жил без них когда-то и будешь дальше продолжать жить без них когда-то. А нравишься ты им или не нравишься, это уже останется на другом плане, в другой какой-то жизни. Вот. А теперь послушайте два моих стихотворения на эту тему. Задумайтесь над тем, что я вам рассказала. Если кому-то будет интересно, приходите и дальше смотреть мои беседы. Сегодня кратенько я с вами поговорю. Тем очень много по жизни, различных, интересных. Поэтому не забывайте, мы в этой жизни все актеры,
Каждый играет свою роль. Но только нужно ее сыграть хорошо. Вот. И не переигрывать. А иногда люди заигрываются. Думают, что они могут что-то в этой жизни решить и сделать. Но получается, что жизнь, она имеет свои правила. Она имеет свои законы. Об этом тоже есть очень много интересных размышлений, знаний, с которыми я могу с вами поделиться. Ну, пожалуйста, приятного вам прослушивания, просмотра моих стихотворений скромненьких. Вся жизнь — арена цирковая, и ты в ней кукла игровая. Должна ты над собой смеяться и от души всем улыбаться. Не все на сцене, кто-то в зале, там те, кто эту пьесу заказали. Они для нас придумали сюжет, который длится в жизни много лет. Коль жизнь игра, а ты актер, то важно, кто же твой партнер, с кем свою сцену ты играешь, и хорошо его ты знаешь. Кто будет вас водить рукой, достойный или кто другой, чтоб роль свою сыграть на бис и не упасть с арены вниз. За жизнь. Все бессмысленно в жизни, и все надоело. Убежать бы от этой возни и найти себе дело, чтоб сердце хотело очень часто стучать от волнения. И на миг замирать от смятения и наваждения, чтоб за жизнь зацепиться когтями и дышать. Быть довольным друзьями и мечтать вместе с вами. Всего вам доброго и светлого!